Так, 13 августа 2020 год, Харьков. На линии терминатора кратер на Луне. 3 часа 14 минут по Киеву. И да, сегодня метеоритный поток Персеиды. Пик его, вернее. Ну, как говорится, пастор, мы здесь не за этим. Ультразум у меня не даст снять эту красотень. Тем паче довольно редкие эти падения метеоритов, наблюдая из Харькова. Поэтому сейчас будем снимать элонгацию Венеры. Венера в элонгации, то бишь угол между Венерой и Солнцем сегодня наибольший для наблюдателя с Земли. Сильно сомневаюсь, что вы где-то еще. Да, только что Starlink я, видать, увидел. И даже попытался заснять, не знаю, посмотрю на экране дома большом, получилось ли хоть что-нибудь. Выглядит это, конечно, шикарно. Я не знал, что они сегодня запускаются. Они летят как трассера один за другим по небу. И это в штуках, я не знаю, 40. Выглядит это шикарнейшим образом. А, кстати, я в предыдущем думе забыл сказать, что у нас же вот Луна с носиком. Да, ну натурально кто-то написал в комментариях мультяшная Луна. Вот она мультяшная и есть. Так, это у нас самые низкие настройки светочувствительности. И кроме того, у нас еще сегодня Луна в 4 градусах от Альдебарана. А где он, Альдебаран? Такие свето настройки светочувствительности не дадут нам его, что ли, снять. Вот здесь он должен быть. Ладно, бог с ним, не будем на этом зацикливаться, это не так важно. Интересно, а вон, например, Плеяды будет видно. И Плеяды не видно. Ладно, поехали опять на Луну. Это снимки черного экрана. Я думаю, каждый может посмотреть в любых количествах, в любой момент времени. Сейчас вернемся. Перейдем к виновнице нашего торжества Венере. Она все выше поднимается над горизонтом. Так, как раз вылезла из-за дома. Как бы, не дай боже, кому-то в окно не залезть. Так. Так. Вот она, Венера. Миллионов километров до Венеры. Да, Марс сейчас на 86, к Марсу еще перейдем. Миллионов километров, очень близко Марс сейчас от Земли. Так, вот она, наша красавица. Резвенько поднимается над горизонтом, резвенько.
Так, сейчас буду резкость. Да, затаив дыхание, что-то, по-моему, не намного лучше, если не хуже. Вот так пускай. Аккурат половина Венеры освещена. Опять же говорю, постоянно в комментариях спрашивают, каким объектом закрыта половина Венеры. Да никаким объектом не закрыта половина Венеры. Ну это просто Венера, как большой круглый камень, висящий в небе, в космосе. С одной стороны освещена солнцем, как фонариком. А другую сторону мы не видим. Ну, ровно так же, как мы сейчас на Луну смотрим. Фаза Луны какая у нас? Освещена одна сторона, а другая сторона темная. Никто же не думает, что Луну что-то затмевает. Ну, то есть бывает и затмевает там Земля. Или Земля, или Земля. Вариантов-то немного. Что может затмевать Луну? Поехали к Марсу. Селенитов, лунатиков посетили венерианцев. Луна выглядит шикарно. Я согласен с теми, кто говорит, что наиболее интересный объект для наблюдения Луна. Очень много деталей, кратеры. Часто все меняется, линии терминатора. Я недавно узнал, что это вообще называется линия терминатора. Да еще и узнал, что это называется до полнолуния утренний терминатор. А после полнолуния, как сейчас, вечерний терминатор. И теперь мне очень нравится это повторять. Вечерний терминатор. Пожалуйста, это он. Вечерний терминатор. Поехали на Марс, как и обещал. Так, это самые низкие настройки светочувствительности. Дальше будет то, что я ручками накрутил. Это я для себя говорю. То есть это сейчас съемки для в режиме видеосъемки и самые низкие. Поставил я все эти ISO. Ну, видно, что красный я вижу. На экранчике Марс наш краснеет, как и положено. Ой, блин, под Луной сейчас классно мелькнул метеорит. Ну, это все настолько быстро и нефиксируемо для моего ультразума практически наверняка. 3.23 по Киеву, пошли к другим настройкам. Вернее, сейчас на Луну переключусь. Для хорошего завершения дубля визуального. О, слушай.
то у нас получается в одном кадре Луна и Венера. Не видно, да, только на экране видно. Ну ладно. То есть только в окуляр видно. Поехали. Да, опять у меня дубли какие-то огроменные по 10 минут. Ну что у меня тут? Три достойных объекта. Венера в элонгации. Месяц с носиком. И Марс приближающийся к Земле. А может быть и к Луне. Дабы в подробностях узреть вечернего терминатора. Над какой на линии терминатора кратер. Чудесненький. Видимо, его рельеф. И добавляет это. Носик этот темненький. Вернее, носик-то светленький. Так, 3.25 по Киеву в Харькове. 13 августа 2020 год. 50-я параллель северной широты. Пошли к другим настройкам. Сейчас мы Луну с носиком мультяшно на весь кадр сделаем. И на том завершим. О, ветер поднялся. Но самое время.